Меня вдохновляют вкусы. Конечно же, как повар, готовящий русскую кухню, я отталкиваюсь от вкусов, которые знакомы и понятны большей части населения России. В том числе каким-то таким ярким отсылкам к детству. Парное молоко, клубника со сметаной, леденец с петушок карамельный, да? Такие понятные вкусы, которые я пытаюсь преобразить в нечто более новое, совершенное, современное. Я приготовил специальное меню, разработанное в концепции, собственно, самого ужина, самого формата ужина. Все блюда с определенной привязкой, с идеей. Они рассказывают определенные истории. Для каждого я придумал свою подачу, свою идею. Встречаемся совсем скоро в небесах Санкт-Петербурга. До встречи!